Полное лунное затмение 16 мая закрывает коридор затмений. Фаза полного затмения начнется 16 мая в 6 часов 30 минут по московскому времени, когда тень Земли полностью закроет лунный диск. Эта фаза продлится 85 минут, впервые после полного затмения в 2018 году. Пик затмения пройдет в 7 часов 11 минут, но окончание полной фазы в 7:54. Тень Земли будет очень медленно сползать с лунного диска, и полностью оно будет завершено в 9 часов 51 минуту по московскому времени. Это время невероятных, ярких, заряженных и насыщенных эмоций. Это событие представляет собой усиленное полнолуние, когда тень Земли закрывает лунный диск, и символический принцип эго выступает перед эмоциями. Вы можете быть в невероятном, приподнятом и праздничном настроении, несмотря на атмосферу напряжения вокруг. Не обращайте на это внимания. Очень важно в это время следить за своими эмоциями, следить за своими словами, следить за своей реакцией на поступки других людей. Вы должны понимать, что это всего лишь энергии пришли такие. Постарайтесь найти радость в этом дне и будьте спокойны, особенно по отношению к своим близким. Может быть, у кого-то, точнее у большинства из вас, наступает новый этап в жизни. Чувство легкости, чувство свободы, которое вы так предвкушаете, оно совсем скоро придет. Используйте этот момент, чтобы поработать над собой и сознательно избавиться от любого психологического и ментального мусора в вашей жизни. Избавляйтесь от всех негативных установок и всего того, что мешает вам жить дальше, всего того, что вам кажется уже пора выбросить, спокойно выбрасывайте. Майское лунное затмение является заключительным событием в коридоре затмений, несет психоэмоциональный отпечаток, а также завершает трансформации в жизни человека и на небе. Благоприятнее всего будет заняться медитациями, духовными практиками, чтениями мантр. Побудьте на природе, пообщайтесь со своей семьей и посвятите время себе. Вы можете воспользоваться следующими мантрами. Ом Митрая Намаха. Читать лучше всего 108 раз. Или же Ом Шрам Шрим Шраум Сах Чандрая Намах. Ставьте лайки, пишите комментарии, благодарю вас за просмотр и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Пока-пока!